Библиотека «Максимум» уже давно стала центром притяжения жителей. Тут проходят выставки, творческие встречи и конкурсы. Для удобства читателей появляются новые услуги, развиваются информационные технологии. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с коллективом учреждения в поселке Новоивановское. Наслышан о том, что пользуется спросом, интересом, и люди приходят, и хочу вам пожелать, конечно, дальнейшего развития библиотечного дела. Сам являюсь большим, кстати, поклонником данного направления. Также парламентарий посетил многофункциональный дом культуры «Максимум». Здесь регулярно проходят концерты, выставки, литературно-музыкальные вечера и спортивные мероприятия. Комплекс работает уже более 10 лет, и его двери открыты для всех жителей. Вместе с коллективом Дмитрий Голубков обсудил планы по дальнейшему развитию. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».